Местный бизнесмен Николай Ланщиков начал заниматься строительным бизнесом несколько лет назад. Он признается, что за это время сталкивался с разными ситуациями. По его словам, в бизнесе один в поле не воин. В условиях жесткой конкуренции очень важна поддержка. И такую поддержку он нашел в своем банке. Как ни странно, кроме выгодного финансирования, он здесь получает персональное внимание. При этом банк стал еще и площадкой для налаживания новых партнерских отношений. Ну, всегда приятно осознавать, что выбираешь правильное решение. В свое время мы выбрали АТФ-банк за их отличный сервис, высокий профессионализм, отношение к клиентам. С АТФ-банком мы сотрудничаем уже более 10 лет. За это время с их помощью мы развили и создали свой бизнес в сфере строительных услуг. С их помощью наладили, увеличили объемы производства. За это очень им благодарны. Они сейчас нас приятно удивляют. Вот сегодня я получил приглашение на форум партнеров. Это очень приятно, что мы оказались в числе приглашенных. Это показывает, что нас банк не забывает, ценит, повышает нашу лояльность к банку. Мы с нетерпением ждем, какие идеи, предложения подготовили организаторы этого форума для нас, местных предпринимателей, для развития нашего бизнеса. Приглашение на первый региональный форум получил не только Николай Ланщиков. АТФ-банк масштабно объявил о предстоящем событии. Приглашение как для своих постоянных, так и потенциальных клиентов банк разместил на баннерах, которые развешаны по главным городским улицам. Мы решили приоткрыть завесу тайны и узнать у организаторов самого ожидаемого делового события, что они готовят для своих гостей. В прошлом году АТФ-банк провел большой бизнес-форум в городе Алматы. Данное мероприятие настолько оказалось успешным, что стали поступать предложения проводить его на регулярной основе. Так в этом году мы не только приняли данное предложение, но и решили сделать его более масштабным. Мы в этом году собираемся на 4 региональных площадках, где будем обсуждать с нашими партнерами вопросы развития МСБ. И закончим это все в конце года большим крупным бизнес-форумом в городе Алматы, куда съедутся все бизнесмены со всех регионов Казахстана. 15 марта мы стартуем первым региональным бизнес-форумом в городе Шымкенте, куда съедутся не только наши предприниматели, но и также бизнесмены с Тараза и Кызылорды. Почему мы проводим подобные мероприятия? Ну, главной стратегической задачей АТФ-банка является перевести отношения с банк-клиент на банк-партнер. Мы стараемся выстроить такие отношения с нашими партнерами, где их успех является для нас ключевой задачей. Их успех, их развитие, когда развивается наш клиент, развивается и банк. Когда клиент делает шаг по направлению к нам, мы бежим навстречу к ним. Безусловно, не только наши клиенты получают от нас поддержку, но а также мы оказываем первоклассный сервис и предоставляем обширную линейку продуктов от государственных программ кредитования до быстрых банковских гарантий. Также для ускорения вопросов принятия решения по крупным кредитным корпоративным заявкам в целях ускорения с головного банка к нам приезжает специальная комиссия из представителей различных департаментов, и тем самым мы ускоряем сам процесс рассмотрения. Ну, данные преимущества являются поводом для получения отличных результатов. Так, в прошлом году нашим филиалам было выдано кредитов более чем на 21,5 миллиардов тенге. Ну, что было отмечено также акиматом нашей области, и по результатам 2017 года акимат в номинации «Самый активный институт в развитии предпринимательства» отметил АТФ-банк. Можно отметить, что уже сейчас стратегия АТФ-банка приносит свои плоды. За 2017 год кредитный портфель МСБ прирос на 65%. И самыми активными получателями кредитов на развитие бизнеса являются жители Шымкента.